А первые подогрелись у нас голубцы рыбные, остальные еще пока холодные. Все. Берем салфеточку, закрываем. Берем открывашку. Подогрелась. Так, возьмем какую? О, лов судака. То, что надо. Вот. Так. Салфеточку. Салфеточку. Что, да? Опа. Оп. И поехали. Сделаем кулебяку.
данном случае она практически бездействует. Все это реакция цели сама же находит у нас. Потому что они придут, что поставка ракет будет ошибка. Считаем это... Рыбная полебяка. Но доминирующие гигатомы и они остаются в Москве. Что характерно, по итогам заседания русского кабинета, Бенедикт Ньяху дал своим министрам инструкции не сдержаться от выступления в прессе. И не комментировать журналистов ни события, приведшие к гибели российской власти, не последовало... Все поймали. Вот. Рыбная кулебяка. Вот такой вот получился чебурек. Чтобы не разлеталось. Пусть тише. Попробуем, что тут у нас. Карп с овощами в масле по-керченски. О, вспомним Антошу Шкаперова. По-керченски. Крым. Так. Салфеточку берем. Салфеточку, чтобы не брызнуло. Так, оп, 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 оп. Так. Еще чуть-чуть. Вот салфеточка пригодилась. Все осталось на ней. Оп. Салфеточку. Мешок. Оп. Так. Сюда. И потихонечку открываем. Ох, такой. С виду вроде. Вкуснотища. Пробуем. Настоящий карп. Такой вкусненький. Даже никакие приправы не нужны. Там можем попробовать. Соус кавказский, особо острый. Посмотрим. Острова это надо, значит, побольше положить, да? Сейчас посмотрим, как он с соусом особо острым. Вкуснятина. Все. Хватит. Это оставим Сереге. Попробовать. Спасибо тем, кто это сделал. Такая вкуснятина. Надо запомнить, там на земле попробовать. Так, кто это делал? В Астрахани, из Астрахани. Паршиков Алексей Алексеевич. Город Астрахань, переулок Чугунова. Надо будет в гости наведаться, закупиться. Вот спасибо астраханцам.